Друзья, всем добрый день, всем знакомая Варшавка, тут перекресток, Вышгород и левый ряд прямо, правый только направо, видите, Тигуанчик, мало того, что проезжает не в тот ряд, еще и перестраивается, вот, правда, звены все, как кажуть, и потом, обратите внимание, завершает маневр по-украински, сразу видно казака, нащадка. Смотрите, замигал светофор, как вы думаете, у него был шанс проехать или нет? Я думаю, что был. И самое интересное, мы приехали на следующий одновременно. И вот, друзья, торопился, нарушал, обратите внимание, мы заехали в Гастомель, наш родной 2882 стоит в общем стойле. В чем мудрость? В городе, в плотной застройке, не пытайтесь приехать как-то быстрее остальных.